Медовый вакуумный массаж, любовь ветреная. Петрович, меда не жалейте. Меда маловато кладете на спину. В нем ведь витаминов немеренный и тоже польза для нас, любимых. Мы с подружками давно делаем друг другу такой массаж. Здоровья вам. Но тут цель, чтобы вытянуть, а не дать. То есть разный вид массажа, конечно, можно такую сделать, чтобы он там больше впитывался. Но у нас задача была это тянуть оттуда разную ерунду.